Всем привет! В прошлом видео я вам показал, как сделать игру на телефоне. И в итоге получилась такая игра. Я поменял текстуры, но игра та же, скрипт тоже. Но немного текстуры перерисовал. И в этом видео я вам покажу, как сделать смерть игрока. В общем-то, чтобы игрок мог проиграть. Потому что если он упадет вниз, ниже платформ, то он не упадет, он просто продолжит бесконечно падать. Сейчас мы добавим новый объект, нарисуем. Новый объект. Это будет фигура, квадрат. Вот так протянутая оранжевым цветом. Окей, сохраняем. Ну вот, мы запускаем игру и видим вот такую картину. Ну, естественно, нужно поместить вот сюда, вверх, чтобы она была пониз. Вот. В общем-то, нужно теперь сделать, чтобы игрок умирал и сцена перезапускалась. Для этого заходим в скрипты лавы и ждать скрипт до тех пор, пока не касается объекта или актера игрок. Вот. Потом после этого пишем, добавляем блок, запустить сцену, сцена. Естественно, эту сцену запускаем. И проверяем, и смотрим. Вот, перезапускается, потому что игрок проигрывает. Теперь сделаем небольшую задержку, чтобы выглядело поприкольнее. Вот, нормально выглядит. Сейчас. Нормально. Прикольный такой эффект. Теперь я хотел бы добавить эффект смерти, когда игрок умирает, у него там красное, все. В общем-то, вот такую вот штуку я нарисовал в Pixel Lab. Не знаю, как правильно произносить, но импортируем нарисованное, то, что мы импортировали. Экспортировали, точнее, из Pixel Lab. И вещать всем вот это вот здесь в скрипте лава, вещать всем после ждать. Сейчас всем Г. Окей, здесь тоже. Когда получу Г, показать. А когда при старте спрятать. И, в общем-то, вот такой у нас прикольный эффект смерти. В этой игре. Ссылка на проект в описании. Всем пока, вы были на канале PlayWorld. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, новые идеи для игры. И опять же повторюсь, если вы хотите видеть новые видео, мои новые видео по Pocket Code, тогда подпишитесь на мой канал, и вы здесь найдете очень много интересного.